Оптимисты – это люди с позитивным отношением к жизни. Они спокойнее переносят неудачи, увереннее смотрят в будущее и верят в то, что все будет хорошо. А воспитывать оптимизм нужно уже с детства. Прежде всего, настройтесь на позитивный лад сами, ведь ребенок очень чутко чувствует настроение матери. Если мама весела, довольна, дружелюбна, то ребенок будет жизнерадостным. А если мама тревожна, то уровень тревожности ребенка тоже будет повышаться. Все время ищите поводы для радости, устраивайте как можно больше сюрпризов для своей семьи, ведь ожидание чуда всегда способствует хорошему настроению. Не бойтесь мечтать вместе с ребенком, стройте планы на ближайшее и отдаленное будущее. Уверенность в завтрашнем дне успокоит вашего малыша. В разговоре с ребенком лучше избегать слов «всегда и никогда», они имеют пессимистическую окраску. Лучше придумайте свой жизнеутверждающий девиз, такой как «выход есть», «все будет хорошо». Этот девиз не раз поможет в жизни вашему ребенку. Обязательно воспитывайте в ребенке уверенность и надежду на лучшее. Позволяйте ему справляться со своими ошибками. Помните, не ошибается тот, кто ничего не делает. Не забывайте про юмор, он помогает ребенку преодолеть его детские страхи. Ведь смешное уже не может казаться страшным. Подскажите ребенку, как можно иронично смотреть на сложные ситуации. И почаще улыбайтесь, только искренне, ведь дети очень сильно чувствуют фальшь. И помните, хороших людей воспитывают только счастливые родители. До скорого!